Приветствуем всех. Очередная миссия, которую сейчас мы уже взглянули, и надеюсь, это позволит ее проползти чуть быстрее, чем более, чем за час. Итак, мальчишка просто возбежал. Мой внезапный наступление расстроил его планы. Он шел к тебе с добром. Как мило. Он шел продолжить ей мир. И получил по заслугам, как и все вы. Это тогда он побежал искать союзничков? Да. Три крупнейших королевства людей были очевидным выбором. Он что же, поверил, что они возродят свою мерзкую империю? Он поверил словам Ока, однако трудности не заставили себя ждать. Цели поговорить с правителями трех королевств людей, Уриас должен выжить. Если честно, сначала думал, что придется всем трем лиц бить, всем трем королевствам, но несколько иначе все сложилось. Ну, зато, правда, из-за длительности... Один за банами пошли, хотя, может, так задумывалось с разработчиками. Прошу прости меня, я не понимаю, я был абсолютно уверен, что Шальхира хочет мира. У глаза похож склероз, эти гады бьют нам войну, надо действовать. Брат, я тебя не узнаю. Ты видел, что она творила, я не буду отсиживаться в тылу, я отстроил этот замок не просто так. Понимаю, здесь три крупнейших королевства людей. Если ты убедишь их присоединиться к тебе, ты сможешь возродить древнюю империю, самую могучую в мире. Надо накопить мощь и стать силой, с которой Шальхире придется считаться. И сразу начинается обучение. Так, поиски. Так, ладно, везде все подназначили. На самом деле, нам это особо не требуется. Потому что, по идее, даже базовых ресурсов пока что хватит. Другое дело, что нам надо нанять летающих бойцов. Правда, я так понимаю, могут ли наши бойцы с одних летающих на других летающих пересаживаться. По мере роста, но... Может, когда-нибудь выясним. Так, улучшаем дома. Улучшаем дома, улучшаем ферму. Пока не улучшаем. Хотя, наверное, тоже вот улучшаем дома. Улучшаем дома, улучшаем ферму. А, да, надо нанять сначала бойца. И ему птичку. То есть я сначала думал, что птицы это отдельные бойцы, нет, они только в качестве ездовых здесь. Так. А, нет, наверное, рановато, пока бойцов в достаточном количестве нет. Так. И где-то здесь. Ну, вообще-то не он. Хотя, в принципе, можно попытаться. Великоват, правда, немножко, но вдруг получится. Так, сначала подвинем поближе. Просто у нас тут теперь доступна такая постройка, как... забыл. Гильдия магов, что-то в этом духе. А значит... А, точнее, не значит, она может нам расширять, точнее, давать дополнительный радиус заклинаний. Я до этого взял маленький строк, возможно, вот этот. Да, скорее всего, вот этот вот. И разместил там лагерь героев. Ну, поскольку они летающие, им нормально, даже когда мы оборвали связь с остальным миром. И благодаря вот этому вот Удрику... Уриасу. Все время почему-то называю его Удриком. Мы смогли просто этот лагерь передвигать и за счет этого проводить разведку. Более того, этот лагерь очень удачно себя показал в нападении, потому что нашим бойцам, чтобы подлечиться, требовалось лететь гораздо меньше расстояния, чем могло бы быть, если бы мы били со своей родной земли. Другое дело, что, как бы сказать, если в момент нахождения врага портал сломается, вот этот
Нет, нет, это вот. Вот этот вот. Мы его восстановить в большинстве случаев не сможем, потому что не хватит дистанции. Так что рискованный план, рискованный. С другой стороны, если что, как бы сказать, летунов-то эвакуировать попроще будет. Угу, да, вполне. Так, теперь главное, чтобы здесь по итогу лагерь уместился. Ох, дороговато, наверное, там это сейчас обойдется. Минус 9. Да, надо было подвести поближе и как-нибудь с этим островом связать напрямую. Или можно было порталом. Просто мне это интересно, если порталом с центральным островом соединить, будет ли стоимость построек дороже? Это мы, думаю, можем выяснить. Так, 9. А, нет, пока не можем. Точнее, можем, но... отвлекаюсь. Летун один готов. Да. Перво-наперво. Лагерь. Так, ну и проверим сразу. Да. Башня, оно не заброшено. Проверяем. Пытаемся не прямо вот здесь вот. Хорошо. Так, и проверяем. Да, 7. То есть можно скинуть стоимость строительства, если сначала предварительно соединить порталами. А нет, здесь тоже 7 стало. Блин, я думал, что можно соединить порталами, потом лесенка и стоимость строительства скинется. А нет, нет, так не работает, жаль. С другой стороны, это может сработать, как бы сказать, через один. То есть, допустим, если мы сделаем где-то здесь островок с порталом, то через него будет только 9, чем если через несколько островов тянуть. Ну это, наверное, бессмысленное рассуждение. Скорее всего, так будет неудобно застраиваться. Так, первым делом вот это вот поставим, дабы не ломался портал. Немножко режем себе ману, но тем не менее, зато сохраняем мобильность платформы. Потому что, к сожалению, даже свою платформу, если она соединена лесенкой, уже сдвинуть нельзя. Мостиком. Так, дальше. А почему здесь нельзя? Блин, это вот не по плану. Я надеялся вот по радиусу несколько поставить. Ладно, пока так. Так, все добывается, всего не хватает. Больше камня, еще больше камня, и еще больше камня, и совсем много камня. Ладно, насколько смогли, на камень налегли. Ну, тогда придется вот здесь еще одну башню поставить и этим ограничиться. Ну, в принципе, здесь-то под прикрытием героев из лагеря продержаться должны. Другое дело, что вот... Порталы, как выяснилось, весьма уязвимы. Так, что тут у нас? Еще больше дом повести. Давайте. Блин, как же много камня оно ест. Еще не исследовали. Но это... А, да-да, блин, вылетел из головы. Так, где-то здесь у нас
Да, вот гнездо. Даже заморачиваться не надо. А, 3 монетки чародей стоят. Это дороже, чем стрелок и рыцарь. Если я правильно помню. Надо приказывать захватывать. И вот этого старого сейчас надо прихватить. Мы не можем оседать орла. Нет опытных героев. Но, по крайней мере, лимит нашего вот этого вот супергероя, он перекинется на это гнездо. И мы сможем спокойно заказать 4 летуна без дополнительных танцев с бубном. Хотя технически это и есть танцы с бубном. Это не тот. Ну ладно. Рада пока что немножко проигрывает. Стоп. Ворон 50. А разве он не должен требовать? А, эти чародеи пришли, помогли. Хорошо. Угу. Хорошо. Так. А, это захватили. Идет. Чародей. Угу. И еще один стрелок. А, стоп, блин, я опять пропустил диалог. Просто я уже и в прошлый раз не видел, что ему перед этим сказали. Спасибо, Эрик, я подумал, что стоит приручить кого-то посильнее. Уберет это. Так, ворона приручили. Что? Навыки? О как. Ну это нам не интересно. А, да-да-да, кстати, нам нужна библиотека. Но библиотеку, разумеется, мы здесь хотя... Сейчас проверим. Да, можем ее прямо здесь разместить. А с другой стороны, зачем нам такие затраты дополнительные? Если можно вот здесь вот, где-нибудь. О, или вообще здесь. Они в любом случае летают, так и так доберутся. Хотя, можно даже 3 поставить. Ну так, для полного покрытия, хотя бы с этой стороны. Кстати, как там? Ага, вот значительно, даже вот видно, что радиус будет здоров по итогу. Но, разумеется, пока что наша боевая платформа никуда не выдвинется. Пока мы полностью не покроем необходимость в летающих бойцах.
Проблема в том, что даже если мы отправим кого-то на разведку, это кто-то, если столкнется с врагом, он начнет с ним сражаться. И это немножко неудобно. Так, стоп, они же... Один. А, у нас вообще башня не улучшена. Хотя, с другой стороны, пока что и не требуется. Сколько там ресурсов. Да, очень много камня. Камень у нас в дефиците. А, и монетка у нас в дефиците. Так. Улучшить. Да, сокровище спустит. Старайся об этом говорить, а не когда я уже сам заметил. О, так, еще что-то можно. Заклинание, в принципе, неплохой вариант. Действие лечебной магии. Тоже неплохо. Но будем надеяться, что наших сил хватит, если что. Бойница. Ну, что, что мы планируем сделать? В принципе, вариант. Но рано, потому что мы сейчас не летим прямо в бой. Варваров нет. Серьезно? Я уверен, что они были. Hive mind. Радиус обзора. В принципе, не так уж плохо. Но стоимость... А, вот. Финансовая реформа. Что я не подумал об этом. И можно будет больше жителей перекинуть на добычу ресурсов. Не то, что нам сильно требуется. Но вот так вот сделаем пока что. Так, еды, благо, идет в плюс. Пока что расширяться не будем больше. Можно, конечно, ферму улучшить. Просто раз они у нас все равно тут устраивают дефицит. Ага. Отмена. Ай, нельзя отменить. Жаль. Что у нас не хватает? А, золота не хватает. Любопытно. Так, глаз. Сначала глаз. Угу. А, они пошли собирать сокровища сами по себе. Ну хорошо, это радует. Так, с этой стороны одна королевство, здесь другая, и где-то тут-то третья. А вот здесь вот, мы случайно, конечно, на это наткнулись, там еще можно получить помощничка. В принципе, тоже неплохой вариант. Кстати, а это не варвар, да? Нет, варвар. Серьезно? Так, пусть пока налетают. Эх, блин, вот исследователя нельзя посадить на летающего. Это проблема. Опытных бойцов нет.
принципе, если бы была возможность нормально усовершенствовать приток маны, можно было просто застроить центральный остров порталами. Без вот этих вот... А, нет, хотя, в принципе, да, вот. Ближайший вот с этим вот, а дальше чисто на портал. Ну, это уже опять странные мысли. Слегка неуместные. Так, каменный угол у меня. Дом. И еще дом. Так, ладно. Пора пытаться исследовать. Сюда. Сюда. Надеюсь, я не выжил. Сюда. Сюда. В принципе, хватает нам бойцов на это все. Так, ускорим. Иначе это будет долго. И не факт, что полезно. Ну вот, ну вот, ну вот, вот. Очень надеюсь, что он выживет. Потому что, по-моему, это он уже за радиусом. А! Это, видимо, этот наш особый. Эй, вот здесь честь традиции, а живописные равнины страны патрулируют отлично организованная армия. Крестовым мытом, крупнейший торговый центр наших земель, ставится своими странствующими купцами. Приситься к вам в войне с темными эльфами. Они опасны, закрывают на них глаза нельзя, но мне прежде всего надо думать о своем народе. Пару недель назад у меня начали прибывать разведчики, слышал, у других районов та же беда. Как нам идти на врага, если мы собственные границы защитить не можем? Простите, мой друг, но я вам не помощник, не сейчас. Ага, и игру заглючило. Ну просто вообще-то с каждым из них, когда их по очереди находишь, происходит диалог. То есть нам сейчас, что одни маги, другие торгаши, третьи не помню кто. Кстати, вот как раз таки про них и вроде ничего не сказали. Хотя нет, про кого-то из них сказали. Точнее, парень вот нам сообщил, кто они, но вообще-то у них у каждого диалог. Про то, что вот у каждого из них пропали человеки. Странно. Или память... А, нет, вот это, наверное, да? Нет, так, стоп. А где тот, которого я находил, или это рандомное событие? Кто напал? Понятно, почему они все сюда летят. Снос 3. Ах ты ж, блин, они сейчас кучу всякого ненужного хлама понаизучают. Забыл совсем про этот момент. Не стоило соваться на территорию старших драконов. Вот, архиискатель. Угу, вот он на дракончике. Прошу, помогите мне. Я архиискатель гильдии, мне нужно исцеление. Что продолжит путь? Я брат. Но ты... Конечно, я хочу его излечить, блин, но он вне радиуса моих ман. Тьфу, моей магии. Пройти мимо, блин. Просто в прошлый раз он никуда не летел. Он спокойно долетел до базы. И я его подлечил. Ладно, ждем, пока он здесь не вернется. Я опять скинул скорость. Нам, кстати, про магов не сказали. Вот это вот, вроде как маги. И он уже подлечился. Угу. Может, поскольку мы подлечим, он должен был сказать, что типа в благодарности будет нам помогать.
Вот, потрясающе, такая невероятная сила. Благодарю, Эмерик. Не люблю быть в долгу, так что расплачусь немедленно, я могу тебе с твоим заданием, прежде чем продолжу свое. Ну все, хоть кое-как разобрались с этим моментом. А теперь, прежде чем продолжить, нам надо усовершенствовать систему обороны. Что у нас здесь? Еще меньше затрат. На 2 единицы. Это, в смысле, заменит вот этот вот, или просто на 2 единицы? Радиус заклинаний. А, врата можно в тумане поставить. Ткань заклинаний. Ну, так-то вроде не жалуемся на это. Торговый. А, это шахты. Оптимальное обучение. Стоимость навыков героев и их улучшений. Давайте слить сделаем, нам так иначе придется. И тогда тайное основание. Просто чтобы было. Сто камня. Ну ладно, камень пока что есть, улучшаем как можем. Ух, сколько их тут. Так, тем не менее. Вот тут радиуса. Исследовать. Исследовать. Самое забавное, что если мы сейчас промедлили, вот эти вот территории, они будут присоединены к королевствам. И типа королевства сами не заметили, что произошло с их рекрутами. И да, это территория королевства. Мы знали места происшествия наших мертвых воинов Эйвоса и Метема, но мертвецов Соли не обнаружили. Хватит, если я правильно понял, это Соли в ответ за гибель подданных Эйвоса и Метема. Если так, раз неизбежно. Нужно посетить Эйву и великого герцога Эриса и быть готовыми ко всему. Угу. Ну а теперь выдвигаем нашу боевую платформу в соответствующее, по соответствующему направлению. А, в смысле, добыча завершилась, камня. Так, камня нет, камня мало, камня нет, камня мало. Вот здесь камня хватает. Просто камень-то нам требуется, мы, конечно, можем закупать, но я не уверен, насколько там цены уместные. Так. Да-да, нам войну объявили. А мы как раз пытаемся выйти, как это сказать, на линию сближения. И да, кстати, вот то, что с башнями, не приходится ждать, пока вот эти вот подтянутся. Ну, то, что есть защита хоть какая-то. Это, думаю, весьма удобно. Хоть, полагаю, работать будет только вот на таких ранних стадиях. Выше на дистанцию, так сказать, удара. Особенно забавно, что они могут к нам присоединиться.
не будем сильно их расстраивать. В любом случае, нашим бойцам потребуется время. О, они уже здесь. Разминулись, это печально. А, это союзники мимо проходят. Молодцы. С другой стороны, мы сейчас отвлекли часть сил противника, и союзники могут их там неплохо так расковырять. Нападение назначено. Но все заняты. Все, возвращаются, хорошо. Так, правда, не проверили, можно ли опытом бойца выдать нового летуна. Потому что ни у кого нет достаточного опыта. Но ничего, ничего. Подожду, пока они в рейд пойдут. И сдвину еще немножко остров. Хотя, можно вообще вот так вот обойти. Ну и чё? Ну и пусть двигает, надо что. А, это домик, кстати. Ну? У них там какие-то еще приготовления, или мы кого-то... Ёпарасоте. Так. А, это не то. А ну-ка, притопил педаль в пол. Ну все, все в сборе. И да, я все-таки забыл магам выдать новый навык. Ладно, когда-нибудь вспомним. Просто они могут еще исцелять. Дабы нам не заморачиваться этим. Вот, но, как выяснилось, навыки... один навык на одного чародея. То есть, вот, допустим, тут кто-то уже прихватил себе тундру, видимо, нашел в сокровищнице. И значит, он не сможет выучить ни обновление, ни усиление. Стоп, 3? У нас 2... А, да. По всей видимости, буря обладает наездник. Да, вот буря. Хотя, стоп, у него есть обновление? Странно. Потому что я помню, в прошлый раз я там выбирал вот эти вот навыки заклинания. И они оставались вот так вот лежать. Их никто не забирал из героев. Ладно. Может, они одного поля ягоды, я не знаю. Ладно, не будем пока заморачиваться. Рано или поздно все равно проверим. Так, ускоряемся, потому что они очень долго сейчас будут летать. Здесь мы защищены. Говорится, нравится врагам или нет. А, я же хотел подвинуть остров. Эй, спокойно. Куда вы прям в самую гущу рванули? Ну, немножко помогли, надеюсь. Да, много их.
самое главное, я не могу их ведь отозвать. А если пытаться через рейд, ну в смысле, может они просто отойдут, готовясь к рейду. Погиб. Долго союзнички, не, они не хотят просто отступать сами. Знай бы, кто сдох. Да ты издеваешься, товарищ! Свали, блин, в рейд! Ага, то есть это вот так вот, да? Как удобно! Правда, почему-то заклинание срабатывает только со второго нажатия, блин. Это тоже раздражает. Так, у них тут лагерь. Значит, сейчас будем обходить. Это серьезно. Не можем протиснуться. Наш остров, в смысле? Это не наш остров. Так, блин. Угу. Так, забыл. У нас же есть глаз. Глаз выводит из тумана. Это пипец, как неудобно все это. Это ощущение, что все мои бойцы уже померли. Хотя вроде бы нет. А, они пошли в рейд. Угу. Я уже забыл про это. Да и наш этот остров, успокойтесь. Отлично. Теперь навек сюда. Подготовьтесь.
Ресурсов, конечно, они поднакопили. Но все равно удивительно, как они нам вообще умудряются противостоять. У нас все-таки более-менее опытные бойцы. Ну, ладно, не все, но хоть часть из них. А у них постоянно гибнут. Ну ладно, толпой в три, так сказать, лица одолели. Ну это, конечно, очень мощно было, то, что разработчики даже как бы, никак не поставили ограничения на сообщения, чтобы они друг друга не перекрывали. При том, что очевидно дали возможность нам разведать все эти места, ну, достаточно одновременно. Зачем он поставил здесь три портала? А, это тоже оставался нет. Ну, значит, тактика портального соединения далеких островов как раз-таки разработчиками обдумана. Так, а можно им всем приказать это? Видимо, нет. Только каждому по отдельности, чтобы они фигней не страдали. Да, по крайней мере, я не вижу общего приказа отойти. Так, давайте вы не будете слишком далеко. Тем более, что там я смотрю... Оборотные сооружения. Угу. Ну и мало сначкать, да? О, мана кончилась. Парень, отступай, помрешь ведь. Надо было все же вкачать. Экономим мана. О, злобная птичка нас убьет. Ну, исследователи с вилами там должны, по идее, помочь. Рыцарь третьей ступени, блин, откуда он вообще взялся? Мы уже, наверное, с десяток раз всех поушатывали. А у него тут элита ходит. Ну, сейчас помрут ведь. Я рад, что вражеских бойцов мы таки выбиваем, но... А, да. Отошел. Просто я уже из-за того, что их тут толпами летают. Даже как-то забил пытаться. Вот что птицы сделали конкретно мосты?
Ну вот они полетели, черт куда. На заметку, в следующий раз, если рядом, вот, вроде бы как вне радиуса, но птички все равно специально прилетают по скрипту. Надо уничтожать все эти ближайшие гнезда. Куда их понесло? Ничего себе они тут отстроили. Мы тут на честном слове практически держим острова, они тут приконопатились. Ну вот, вот это целенаправленная атака, а не как получилось. Гораздо лучше, хотя может просто враг уже истощился наконец-таки. Тут ты моя. Так. Идет наша империя. Я все забываю, что мы же можем это. И заклинаниями сами попинать противника. Ну все, вроде как, порушили мы все, что могли. Вот теперь можно будет и сюда. Блин, вот... А если бы мы здесь не ставили вот этот вот лагерь, точнее вот этот мобильный лагерь не ставили? Мы же задолбались бы туда-сюда гонять с островов. О, и наша никакой цитата. А нет, что-то сейчас ляпнет. А, ресурс кончается, ну ладно. Ой, бред. Ладно, в любом случае на этом пока что все.